Sabretos'u. Bir iki. In the beginning, there was darkness. Only the terror, myself, and the void. I was content with nothing. She dreamt of light, of life, of humanity. We disagreed, and yet, in her world, there were gods. Majossa of the desert. Largon of the sea. Rye of the endless skies. And Hierot of the frozen tundra. But fate stole Ikera away. Without her, there was conflict. Then wars. In the end, it was Rye who sought to outshine the sun that would pull the world into his flame. Мы будем спасать человечество, как обычно. Станем магическим воином. Воин колдун называют. Я здорово, кто забежали. These roads are not kind to my bones, but I must hurry. Wellrin is still a few days away. Travel as he wishes to destroy us and steal the Terra's legacy. We can't let that happen. We need Terra's help. Your help. Только денежек. Всем привет, кто зашли. О, что-то синее. Ушак искра. Заактивление молнии. Прикольненько, прикольненько. Уже что-то выпало. Тут три чеки плюс заактивление молнии. Думаем, какой будем делать, электрический меч или огненный. Ой, зажарили мишку бедненького.
Пучки, давайте успокоимся. Ты уж сильный. Кажется, идем спокойненько. Жучки разные нападают. О, пылающий лес. О, какие-то растения. У меня круче, у меня это. Так, посох возьмем. А пока меча нет, возьмем посох. Весело. Так, вот это вот. Повышение, как говорится. Вон. There a family. На твое прибытие там была семья. Да, все порядок. Это моя ошибка. Их загнали в угол, их было много. Могу справиться с этим, если вы мешаете туда, если это мне, они ушли. Это война. Вы нас столько, если мы не способны это сделать. Прошу прощения, только что встретили дорогу. Бывают дороги. Сейчас со смирных первых. Верно. Хорошо, я тоже. Меня зовут Грейл. Сейчас уже. А по пути... И почему бы не пойти вместе? Ну, я не против. Интересно, кто из нас убьет больше Риксов. Идем, хочу посмотреть, как ты сражаешься. Да, такой бросочек. So much destruction. For what?
мы будем. Так, во что пойдем? Давай пойдем. Так. Пятьдесят один. Where'd you learn to fight? It reaches town. Well done. We're almost there. I'll see you ahead. Ну неплохо, как можно сказать. The keepers have proven difficult to track. I instruct. They're not guarding the ruins. They're traveling between them, over and over. They must be moving. Мне нужно их лишний бой. Мне его не дают. Плохо. Sounds like their leaders waiting up at the shrine. Похоже, идет у алтаря. The keepers have done well. This place isn't too different from home. A group tied closely with our goddess, Terra. They've been indebted to her. Why? We do not know. За что? Even their name is. Странное название, что имя они хранят. Не поклоняют ни другим богам, и только ей. It's these mysteries that interest the Osprey's. За эти тайны охотятся. Whatever secrets the keepers hold, I'm sure Rye wants them. Хранители Рахия, наверное, хочет их заполучить. Now we speak to the keeper council. Советом хранителей. Speaking of, I'm headed there now. Feel free to look around. Смотри, до скорой встречи. Так. Hello, traveler. А, понял. Do not dwell on regret. Эйкс и Алина находятся неподалеку. Они заняты разговаривать с Олсоном и Борием о мирных переговорах. Что это за мирные переговоры? Мне нужна помощь, мы достаточно сильны, чтобы стоять войском. Архия Хайбрехт, продолжаем союз. Нам нужна их помощь, но мы не хотим ввязаться в чужую войну.
Я, скорее всего, слишком поздно. Thank you, Terra. Грейл was just telling me of your battle. Грейл, как я сказал, твои меня зовут Алин, я советник хранитель. One of two. Нас всего двое. There should be more нас of должно us быть here. Больше. Что произошло? Их нет. Балтас and I remain. Дальше and he's not here. Нет, что придется such, просить о помощи. Балтас is busy checking on our sacred artifacts. We are protectors of Этери's history. And right now, they're in danger. Not much, I'm afraid. Пусть ты так много поговорил об этом после заключения союза. You are, and I'm sorry, but так есть, this is how it must be. Не получилось безопасности. Even now, the Osprey даже swore сейчас all of our sacred осуждает наши священные хранители. Попросил Грейл проверить одно из них, что в горах. И вернее, если еще одно туда отправится, палац. Could you make sure he's safe? There's word of a drake patrolling the skies. Дракон, разве у него охраны? They can, есть на Балтус инклюзии, я боюсь, что он совершит что-нибудь безрассудное. I'll do something stupid. Sure I do. Конечно, да, я особенно с твоей помощью. Do this, я делаю, and что заключается и сам мы примем we'll на помощь Агни Феборем. Thank you.
Привет, Стас, как постримил? А я еще стримлю. Пока что тихо, глухо. Моя карьерка за Бристоль уже в шипе. Я начал. Буду. Что-то там мутик какой-то. Тяжело в молнию вкачиваться, если честно. О, кольца новые.
I cannot wear this. Это что, кольцо надо так? Повышает скорость передвижения, плюс 2 интеллекта. Неплохо. 7 повышает физические повреждения, 7%, 17% повышает урон от заклинаний и 8% физическое сопротивление. Хорошее колечко. Есть. Вау, а что сейчас дальше уж у меня? Тяжело вы. Ладно, давай вот это. А что у нас внутренний проводник? У нас внутренний проводник появился, 70 урон. Интересненько, а что за внутренний проводник? Даш. Их слишком много, это порядки, там какой-то сранка, что там стоит. Я все разузнаю. Благослови тебя, хирург. Береги себя. Так, ну пойдем искать этот. Вот меч бы ему дали получше, ну ладно. А ты сейчас сколько? 69, ну неплохо. Молния, вот эту используем, когда близ подходит, просто рубим магическим волной. Плюс у меня же на молнию. Идем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, слышь, я шашлыком не хочу быть. Пока что тихо. Молния у нас вот проводничком стал. Да.
захватчик. А что этот захватчик хотел? Я не понимаю. Кто-то понял. Так. Смотрим, чё. Повышает испытание молнию и 8 брения мяча. Тут чуть-чуть активление повышает. Допустим, здоровье. F. Он вставляет. Даже щит. Тут все мы. Я что тебе удалось?
Ого, воинский выбили гвард, это вообще шикарно. Охранитец, охранители. Кто ты? Я присвоил. Бальтерсон, ты защищал. Не смогли открыть и двери без символов и так, но они не просят сломать. Это лишь вопрос ее. Не удалось открыться от них символически, они не тронули. Я решил, что жизнь уже осталась меня. Возьми его и открой дверь в зал. Вихрень Аскола. Что помоги Бальтерсон? Я пойду внутрь. Ну, по идее, можно все на этом.